осталось порой имен тех, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России свои такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографии гулявшие глядят. Это взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Спасибо, дорогие друзья. Друзей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем. И праздник для него устроим. С праздником, мои земляки! Праздником! Спасибо! Сам кино, ты новый влепись, сам то с клопом.
тенями. О, ангел мой, одной тобой я был тогда отравлен. На волю выше я чудом выжил, но из воды сухим не вышел. Зашел с ума, кто тебе теперь я? Варенька, варенька, спина лях и вредника, курис на каталову. Эси туме, гес, трёхы, влепись, санки, но тревога, влепись, сантос Спасибо большое за ваши аплодисменты, спасибо большое за поддержку моих коллег, которые там в темноте. Дорогие друзья, я был всего здесь 3 дня и был счастлив приобрести новых друзей. Я был счастлив приобрести новых друзей в таком селе, как Улетное. Сейчас будут смеяться все. Улеты, конечно же, Улеты, потому что состояние было улетное. Я называю это прекрасное... Если его 300 раз погладить по животу и загадать желание, желание сбудется. Я не устану 300 раз гладить. Спасибо, Бёрджик, дорогой. А это что? А это вот такой сувенир. И это... Лошадь тоже это... Как вот там... признак такой. Спасибо тебе, дорогой, спасибо. Я рад, что ты сегодня со мной. Постарела мать за много лет, а вестеет сын. Нет и нет. А она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все лежат. Простите, сейчас. Много лет, как все вернулись назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино, и старый, и мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышит. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать, прикрыв его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей! Кричали земляки. Алексей! Просили, да беги! Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок,
словно сын ее, услышать мог. Ночью все ей чудилось кино, все ждала. А вдруг сейчас в окно посередине тревожной тишины постучится.